Здравствуйте, уважаемые товарищи, люди, леди и джентльмены! Вы слушаете канал «Идея Дед 21». А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что, оказывается, есть такие люди, с которыми думаешь ты, что с ними ты в доверительных отношениях? А он, оказывается, когда играет в шахматы, перед тем, как уйти на минутку, фотографирует на телефон. Однажды мне говорила одна знакомая, не поленитесь, съездите на Мальдивы. Да, от Мальдивов у меня отделяет только лень. Дед Петруха покупает в магазине модель корабля. Спрашивает, скажите, а у вас эта модель тонет? Ему говорят, конечно тонет, это же модель Титаника. Олимптика. Хозяин продуктового магазина обвиняет в том, что он вместо настоящей ветчины продавал деревянную, завернутую и красивую бумагу. Судья спрашивает, как вам не стыдно людей обманывать? А тот говорит, да откуда я знал, что у этого проклятого животного одна нога деревянная? Олимптика! Сержант, проводя занятия с новобранцами, кричит на подчиненных. «Эй, вы, каракатицы, чего ползете?» Проходящий мимо полковник говорит. «Не обзывай их словами, которых они не понимают. Откуда они знают ботанику?» Подписываемся, кликаем на колокольчик.